Представитель венгерской национальности, житель Атрау Даниэль Урам пропагандирует национальные ценности. Также он свободно владеет казахским языком, что заставляет его интересоваться искусством кюя. Об этом в следующем сюжете. Представитель венгерской национальности Даниэль Урам учится играть на дамбре с 6 лет. Впервые в музыкальную школу его привела мама. Даниэль Балам, 5-6 жасында домбыраға қызығып бастады. Даниэль начал увлекаться домброй с 5 лет. С малых лет любит слушать казахские кюи. Когда ему было 6 лет, попросил отвести его в музыкальную школу. В этом году мы заканчиваем академию. Он слушает хорошие кюи. Учится самостоятельно. Я первый зритель Даниэля. Свою сестренку он тоже учит играть на домбре. Дамбра близка моему сердцу. В свободное время я заучиваю кюи, затем исполняю их вместе с преподавателем. Атрауский композитор Олег Атанасов впервые взял дамбру в 15 лет. Неоднократно побеждал в городских, областных песенных конкурсах. Интерес к национальному искусству привел к выступлению в ансамбле и становлению его как композитора. Играть на дамбре меня научил педагог музыкального училища Насепкали Тулегенов. Первая песня, которую я спел, называлась «Когалай». Песня заняла 3-е место в конкурсе «Атрау». В моем репертуаре 180 казахских песен. 12-летний сын Олега Атанасова идет по стопам отца, изучая тонкости игры на дамбре, историю казахских киев. Азиза Тажикова, Аймбур Харуна, Артур Ботпанов, телеканал «Атрау».